Всем доброго вечера. Решил сделать короткую видеоинструкцию для перехода на новую плату с GPS. На плате GPS есть 1, 2, 3 слота для бункера. Для бункеров можно до 3 бункеров ставить. И здесь вставляем, подключаем свет. Сюда подключается выключатель напряжения, то есть от аккумулятора подключаем сюда. Ну там, если знаете, вход и выход. Далее, что бы еще хотелось сказать. Здесь у меня модуль GPS, который направлен следующим образом. Обратите внимание, сюда, как установлен модуль, и сюда. Это вперед. Далее, что бы еще хотелось дополнить. В принципе, по кораблику. А, еще вот у меня модуль устанавливается именно вот так. Запомнили, да? Смотрим. Я вот так установил. Стоечки имеют 21 миллиметр высоту, можно на 5 миллиметров короче. Что еще? Ну, в принципе, по модулю все. Далее менюшка. При включении появляется это меню, то есть А, Б, С. Если мы нажимаем, оно получается, что просто открывает бункеры. Нажав кнопку включения второй раз, у нас появляется другое меню, в котором, нажав кнопку D, удержав ее, появляются запомненные точки. Ну, по крайней мере, у меня здесь 5 точек, на которых я ходил. Нажав кнопку C, переключаем на локацию. Далее, вот у меня точка 1, она не запомнена. Удерживая кнопку B, она запомнила. И будет сразу включаться кораблик. Он сделает там 10-20 сантиметров прохода. Хотим ее стереть, еще раз удерживаем, она стирается. Видите, стерлась. Переключаться между точками кнопкой А. Скажем так, вы хотите отправить на точку 2, удерживаем кнопку D, и он уже сам пошло выполнять задание. Что еще хотелось бы сказать? Ну, не знаю, вроде бы все.